Цитирую, современный курорт невозможно представить безнадежной работы автотранспортных предприятий, а впечатление об отдыхе, остающиеся у наших гостей, нередко зависит от культуры обслуживания на транспорте. Благодарим всех сотрудников автомобильного и городского транспорта за добросовестный труд, верность выбранному делу, особую признательность выражаем ветеранам, передающим опыт молодым специалистам. Желаем успешной работы, без аварийного движения и безопасных дорог, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.